Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Воскресное утро, забыв про невзгоды, ты дремлешь с ангельским ликом, а я же на страже прогноза погоды, тебя разбужу своим криком. А-а-а, проснись, человек, прекрасный день впереди, оденься скорей потеплей и быстро гулять иди. Я расскажу вам о погоде на 6 апреля в Архангельской области. В Котласе на протяжении всего дня пасмурно, без осадков. Температура воздуха до плюс 2 градусов. Ветер слабый. В Плесецке от минус 3 до плюс 1. Облачно возможен снег. В Вельске сегодня тепло от 0 до плюс 3. И поэтому днем дождь и в течение дня пасмурно. Посмотрим, что нам подготовила Небесная канцелярия на 6 апреля. Итак, о погоде в Архангельске. Утром температура воздуха минус 4. Ясно, ветер слабый. Днем снова на небе не облачко. Воздух прогреется до минус 2. Ну а вечером под ясным небом Архангельска слабый ветер и минус 9 градусов по Цельсию. Похоже, что сегодня я поеду в Вельск погреться. В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом. Смотрите телеканал ПС.